Эксперты, которых мы приглашаем, это некий мозговой штурм на протяжении 2-3 дней. Они делятся своим опытом, они делятся своими экспертными мнениями, они делятся теми проблемами, теми рисками и теми шишками, которые они набили на момент реализации тех или иных проектов. Вот о чем они будут говорить. Руководители, руководство республики, руководство города, дано возможность альтернатив. Выбирайте то решение, которое больше подходит к вам. Ведь мы очень часто, и казанцы, и жители нашего города, ждут от нас только правильных решений. Откуда мы должны выбирать эти правильные решения? Из предложенных альтернатив, которые сегодня в мире уже реализованы. И в завершение по поводу того, что можем ли мы себе это позволить. Вы говорите, что недорогие. Вы знаете, если посмотреть на гонорары многих из этих экспертов, то они баснословны. Мы бы никогда не смогли их привести. Почему они приехали в Казань? В первую очередь потому, что в Казани проводится исполнительное бюро «Объединенные города и местные власти». Им хочется выступить перед потенциальным клиентом. Это огромное количество мэров. Это представлен весь мир. Это форум, куда приезжают все мэры, а это их потенциальный заказчик, инвестор. Для них это промоушен, они продают себя. Поэтому, поверьте мне, приезд многих из них, мы оплачиваем только перелет и проживание, бизнес-классом перелет, эконом-классом, более того.